Добрый вечер, дорогие друзья. В Тбилиси начало 9-го. Вот вы же любите, когда я вам показываю живой город, звуки столицы, как дышит Тбилиси. Находимся мы на улице Постава, вернее, на проспекте Постава, перед рестораном Дзинчао, где у нас была съемка. Сейчас вышли немножечко подышать свежим воздухом, потому что работали на кухне, где все жарится, парится, все кипит, ароматы, вкусы. И вот хочется от этих ароматов и вкусов немножечко вздохнуть и свежий воздух заглотнуть. Ну вот у нас поздний такой затор. Здесь вы видите, что машин много и направляются они во все стороны. Вот здесь на площади Героев это большая эстакада. Вот такая вот у нас здесь ситуация. Вообще-то совершенно не холодно, очень приятный воздух. Плюсовая температура. И, как обещают синоптики, в ближайшие дни погода будет только улучшаться. Ну, вот так. Так что до встречи. Большое спасибо за внимание.